Александр Кривошапка и Илона Гвоздева. Спускайтесь к нам, к простым смертным. Идите же сюда, под аплодисменты, конечно же, всего зала. Саш, признавайся. Вернее, даже не так, наверное. Алехандро, признавайся, как тебе, простому Тореадору, удалось вот так вот буквально за две минуты оказаться в ложе прекрасной принцессы? Да ты что? Тренировался, значит. Хорошо. Прошу, Таня. Ну что ж, испанцы выражают свой восторг также на кориде словом «алегрия». Я говорю также «алегрия». Алегрия. Аллергия? А, нет, нет. Аллергия. Да. Хорошо, так, Яко. Welcome back, Александр. Ну что ж, добро пожаловать, Александр. Если вы начинаете танцевать так после критики, значит, вас нужно критиковать до упаду. Потому что это было страстно. Во-первых, вы отлично выглядели как пара. Ритмично выступили. Подождите, это он меня похвалил сейчас, да? Не-не-не, это критика, критика, Саша. Я хвалю обоих. Вообще-то. Мне очень понравилось. Спасибо. Спасибо, Яко. Наталья, прошу вас. Я рада, Саша, что ты наконец понял, что в этом проекте добиться успеха можно только хорошим танцем. Это был очень хороший танец. Это был ваш лучший танец. И я тебе рекомендую, когда ты стоишь рядом с Димой, ты все время включаешь такого мальчика, да? Ой, он меня похвалил. Ты король сейчас, Саша. Это был великолепный танец, поэтому ты совершенно спокойно можешь принимать комплименты Яко, комплименты Татьяны, потому что действительно было много хореографии, действительно было красиво, действительно идеальный номер, идеальные костюмы. Да, расти, расти. Действительно, что... Дима has the medals. Но у Димы да, орден почему-то. Дима, король, отдай ему медаль. Я не могу, она пришита, причем к телу. Димочка, с днем рождения. Спасибо, и тебя также, у тебя тоже будет. Дима, у вас что, день рождения сегодня? Это не стоит об этом. Продолжать, Наталья. Я поняла, не обсуждаем эту тему, наверное, будет... Мне тяжело об этом говорить. Да. Хорошо. В общем, если говорить о том, кто меня сегодня по-настоящему удивил, вы меня сегодня удивили и